Окей, мы сегодня в Онтарио, Калифорния, с непобежденным проспектом из России Ваня Риткач. Украина. Из Украины, извиняюсь, пожалуйста. Как самочувствие? Лучше всех, все хорошо. Как проходят твои тренировки? Тренировки проходят очень здорово. Все хорошо проходит. Должен был быть бой с Карлсом Малина. Он отказался. Наверное, не готов со мной. Когда твой следующий бой? Следующий бой будет у меня мини-вен 27 марта. Где? 27 марта, еще не знаю где, но 27 марта. Марта, апреля, извиняюсь. Окей, как тебе нравится тренироваться в Maywood Boxing Club? Я в Maywood сейчас не тренируюсь, тренируюсь в Ацтека. Очень хорошо и довольно неплохие у меня там спарринги. Все хорошо. Кто твои партнеры по спаррингу? Мигель Васкес, и который сегодня будет драться в этом шоу, забыл его как зовут, но он сегодня дерется в этой программе. Мигель Васкес — это который lightweight champion? IBF, он сам. Окей. Как ты себя чувствуешь с ним in the ring? Все здорово, все здорово. Скоро будем драться с ним. Ваня, какой у тебя сейчас рекорд? 9 боев, 8 нокаутов. И если бы было по тебе, ты думаешь, ты готов уже воевать за чемпионство? Да. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Вот если бы у тебя был выбор, кого бы ты, с кем бы ты воевал? Брэндон Риас. Да, но он меньше тебя, он 135 паундов. Я 134. А, окей. Вот с Ваней Хустов. Прошу познакомиться, Ваня Риткач.